эффективность сравните, разница огромная. Ставим обыкновенную бочку, пластиковую. Металлические бочки, они не подойдут. Вот почему-то именно на пластиковую. О, друзья, смотрите, жесть реагирует. Вот столько у нас вывод мошки прямо. Охренеть. На палочку приклеивайте ленту. Стоит всего 15 рублей лента. Вот эта лента, она провисела просто в открытом поле, а вот эта была применена ловушка. На солнышке она нагревается, и мошки начинают дикнуть. Обычно это выходят они под вечер, и они все прилипают.